OMTV.ua. Про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. В першу чергу, якщо ми говоримо про уничтоження, як такового, Чорноморської флотилії, вже, оскільки без корабля першого рангу, яким був ракетний крейсер «Москва», флотилія не може називатися флотом. Точно так же, як і флот, при наличі цього корабля, він вже не може бути флотилією. На сьогоднішній день це Чорноморська флотилія. Ситуація наступна. Да, дійсно, зараз це весьма актуальний вопрос, в першу чергу, оскільки Російська Федерація представляє зараз угрозу вже не стільки своїми надводними кораблями, сколько подводными, а именно подводными лодками, дизель-электрическими подводными лодками проекта «Варшавянка», а также сейчас они довольно-таки экстренно, в спешке вывели внезапно с ремонта и модернизации дизель-электрическую подводную лодку «Алроса», которая там находилась практически 8 лет на этом ремонте и модернизации, а тут резко он завершился без каких-либо предпосылок. Видимо, им не хватает огневой мощи, и они стараются ее нарастить именно за счет подводных лодок, к сожалению, против которых у нас нет сейчас средств поражения, поскольку противокорабельно-ракетные комплексы, что «Нептун», что «Гарпун», они в основном именно работают по надводным объектам. С другой стороны, базой базирования этих подводных лодок является, опять-таки, Севастополь. Но, чтобы нанести соответствующий удар и нивелировать возможности целиком российской Черноморской флотилии и, более того, прогнать ее с территории временно оккупированного полуострова Крым, необходима деоккупация Херсонской и Запорожской области. Продвижение в Запорожской области дальше на юг, в Херсонской области, соответственно, деоккупация соответствующих территорий, для того, чтобы нанесение подобного рода удара было максимально эффективное и имело действительно коэффициент полезного действия, а не просто выстрел, который будет нивелирован, например, эшелонированной ПВО. Нам необходимо максимально сокращать дистанцию поражения цели, дистанцию поражения объектов для того, чтобы повышать эффективность подобного рода ударов. Второй этап – это, конечно же, разминирование. Но есть и третий этап, в состав которого входит такое понятие, как конвоирование. Угу. Вот именно третий заключительный этап – это есть конвоирование гражданских суден, которая будет собой представлять что? Это сопровождение, присутствие в, ну, назовем так, в так называемом зеленом коридоре, в коридоре безопасности присутствие, во-первых, кораблей, которые будут обеспечивать противоминную защиту, поскольку большое количество мин, расставленных хаотически российскими оккупантами, они, конечно же, стационарного типа, это морские мины на минрепах, но при любом колебании, шторме и так далее, они могут срываться с этих минрепов и уже становиться дрейфующими. Поэтому постоянное присутствие минных тральщиков или минных охотников, оно необходимо для безопасности курсирования гражданских суден, в том числе и зерном. Если наши международные партнеры готовы решать проблему, которая сейчас является насущной, а именно проблему с зерном, с надвигающимся кризисом, продовольственным кризисом, особенно в странах Африки, который за собой потянет еще и гуманитарный кризис и миграционный кризис, от которого будут страдать опять-таки страны ЕС, в первую очередь граничащие с африканским контингентом по морским границам. И не только. То, конечно же, это будет сделано силами тех или иных флотов, военно-морских сил. В частности, я не исключаю даже участие ВМС Ее Величества, Великобритании. Я не исключаю участие средств ВМС Франции в данном вопросе, поскольку Эммануэль Макрон также выражал готовность предоставить помощь Украине в этих вопросах по разминированию. Поэтому идет речь в первую очередь о предоставлении вот именно минных тральщиков и минных охотников, а вот уже под чьей эгидой? ООН, НАТО или будет создан какой-либо гуманитарный союз. Это уже совсем другой вопрос. Сейчас нужно решать им проблему непосредственно насущную, как это реализовать. Так, собственно, если говорить только о разминировании присутствии минных тральщиков, то это не все. Должны в рамках третьего этапа конвоирования обеспечивать и другие виды кораблей. И вот тут возникает вопрос, ООН или все-таки НАТО будет главенствовать в данном вопросе, поскольку второй тип кораблей, который просто обязан там присутствовать, это противолодочные корабли, поскольку именно от «Варшавянок» и единственной «Алросы»
достаточно серьезная угроза будет провокаций совершенно разного уровня со стороны Российской Федерации. Это не исключено. Из оккупированного Крыма с аэропорта Бельбек, это в районе оккупированного Севастополя, взлетела пара российских самолетов Су-30 ВВС России, которые дважды нанесли авиационный удар фосфорными боезарядами по острову Змеиный. Об этом сообщил сегодня главком ЗСУ генерал Валерий Залужный и выставил в своем фейсбуке соответствующее видео. Оно, кстати, есть и в моем телеграм-канале. Его цитата. «Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих, в кавычках, жест доброй воли. Сегодня, 1 июля, около 18:00, с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС РФ ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы завершили выполнение задач. Всем, кто говорит о договоренности с Россией, следует знать эти факты», написал Валерий Залужный. Ну, уже появилось сразу предположение о том, что они наносили удар по собственной технике, которая там горела, но, видно, не догорела. Ну и плюс они же там бросили трупы своих солдат. Так что таким образом они с ними попрощались. Останки русских солдат сгорели бесследно, окончательно и бесповоротно. В результате этих ударов варварских, опять же, фосфорными зарядами. Но что бы это ни было, подразделений ЗСУ на острове не было. Остров был безлюдный после того, когда накануне ЗСУ нанесли удар из ствольной артиллерии, ракетной, значит, наносился удар. В том числе украинская «Богдана» отстрелялась, уничтожили там панцири. Всего было уничтожено вокруг острова Змеиного на сумму почти миллиард долларов. Вдумайтесь в эту цифру, почти миллиард долларов было потоплено кораблей, уничтожено техники на этом самом проклятом для русских острове Змеиный. В доисторические времена, античные, там находился храм Ахиллеса. И остров такое название носил. Он был безлюдным, но на нем стоял храм Ахиллеса в античные времена. И вот мы видим, как Ахиллес, герой троянского эпоса и, в принципе, вообще образец воина, мужчины, он оказался явно несчастливым для российской армии. Таким образом, Ахиллес, который считался лучшим воином, мифологизированным воином античности, явно сделал все для того, чтобы русские оккупанты с его острова убрались. Причем убрались с огромными для себя потерями. Вот такие у нас немножко исторические аналогии сегодня возникли, но, согласитесь, они в любом случае были неизбежны. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.